все переключила я уже здесь, прям вот замотала, как мне сказал Гена, я заземлила ее, понимаешь, заземлила, она все равно фонит, розетка, он сказал, Наташа, надо заземлиться, я заземлила, заземлила, это вот прям, ты тоже заземляешься, но как-то у тебя тоже не до конца. Так, что включаем, в оригинале? Да. Вам одну котлету, а вам картошку что? Полпорции или что? Ну, сорянка. Извините, значит, у меня опять нет. Какое начало? Такая прямо сразу же, такой тембр, такая красота, такая свобода. Нас нет, мы в домике. Прости, пожалуйста, сейчас. Да, слушаю вас. А, Витя, да. Ну, что ты не зашел? Да где же я ушла-то? Я же здесь до полдевятого. Беги, беги. Нет! Мы же делали это! Нет, ты нижнюю не даешь! Ну вот же! Почему мы не поем нижнюю ноту? Никогда не будет верхней! Вот никогда! Ну да, логично, не от чего отталкиваться. От чего отталкиваться? Мы не спели это, зато мы долбанем вот это. И да еще и фальшиво. Потому что нет старта. Нет. Еще разочек это место. Не буду сначала. Мы так не поймем, не поймаем. Пахнет мюслями какими-то. Какие мюсли? Я пью ореховый чай. Хочешь попробовать? Не хочу. Ну и ладно. Жрать хочу. Не хочу. Ну что, дать пирожок? Нет. Так, Витя, значит, я тебе... Проси, пожалуйста, Лена, сейчас я... Ну ладно, все равно. Давай. А-а! Ага. Пока. До завтра. А, какое, а? Ну что, плут! Плут! Сарьян, ты опять чего? Ну зачем? Ну зачем опять манера, чужая манера нужна? Зачем она нужна? Не зачем. Ты сейчас великолепно там спела. Еще разочек, пошли. Перед... Чуть-чуть. Нет, там тоже нигде нет. Ну нет такого. Ну, должно быть. Нет, нет. Смотри, Сарьян. Все равно не грязно было. Смотри, у тебя какая артикуляция. И сделай сразу клоуна. Сейчас сделай это утрирование.
концентрированно. Я хочу, чтобы ты убедил, что нота для тебя не страшная. У тебя мозг диктует, что это нота высокая. Я говорю, нет, пошли. Хорошо, вывалила, замечательно. Прекрасно, по крайней мере, она была та, по тону. По тону. Ты понимаешь? А теперь ты добавляй выдоха, а теперь ты добавляй легато, и она будет мягкая, она будет красивая, она не будет такая тучковая. Еще раз, дочек. И как я завтра петь буду? Вообще. И сама это твое! На листах московских крыш я рисую море. Вот это вот тоже, понимаешь? Там дяденька поет опять. О-о-о. Вот ты опять пытаешься. Я рисую море. Нет, ты можешь делать это. Но ты опять делишь, и ты выпадываешь из интонации, потому что ну, все равно легато должно быть. Я мелодии не знаю. Прости. Но ты понимаешь, что ты не можешь это все отрывать? Понимаю. Ну так и все еще, а начало было просто в книгу рекордов Гиннесса. Мне очень понравилось. И чисто, и было стильно, было хорошо. Еще раз. Добивай. Поверь, я буду рядом, мне ничего не надо, только ты. Так, спой мне вот это с опозданием. Она куда-то перебежала. Батьки, да вообще, не добиваешь, не наслаждаешься, ты не даешь тембра своего красивого. Да, перебьетесь, вам полпорции, товарищи, вам полпорции. А мне нужно, извините, до края тарелку налить, до края. Вот все это мне сейчас опоздай, перетяни. И если ты захочешь, я буду каждой ночью менять слова и лица, чтобы тебе присниться. Поверь, я буду рядом, и ничего не надо, только ты. Ну и что? У тебя же там идет повтор, у тебя идет кода. Смотри, ты сейчас там не дышала, Сальян. Я тебе предлагаю все-таки на каждую фразу делать долг. На истощенном дыхании очень далеко. Да-да, очень сложно. Было хорошо. Было хорошо. Но ты испытывала все равно некомфорт, потому что ты как бы справлялась. А надо петь в удовольствие. Поэтому перед каждой фразой ты дотягиваешь. Бери дыхание, дотягиваешь, а ты две умудряешься петь на одном дыхании. Зачем?
Я бы поняла, вы понимаешь, на кону бы стояло бы 100 тысяч. Сказали, вот девочка поет, значит, и ты поешь. Девочки, давайте у вас сейчас конкурс. Кто, значит, на одном дыхании все, и ты бы пыжилась там, вот что за эти 100 тысяч тебе-то, что у тебя на кону? У тебя на кону должно быть пение в удовольствие. А мы пыжимся, еще раз то же самое, и до конца. Я буду в каждой ночи дышу, менять слова и лица, перетягивай, чтобы тебе приснится. Поверь, я буду рядом, и ничего не надо, только ты. С тобой я буду на звезды. Ты поняла сейчас, что произошло? Я дотянула, я перетянула, пропустила первую и вступила вторую. Насладись. Даже если ты не будешь дотягивать, там сложность, там может не хватить дыхания. Mm-hmm. Ты все равно там прибывай, а потом вступи во вторую. Mm-hmm. Иначе будет суетень. Значит, припев. Да, да, да. О, припев надо петь. О, зачем? Мы успеем. Еще разочек. Ну, сейчас же было. Просто ж чудо какое-то было. Ты же там просто плавала, как вот, не знаю, в море и океане. Поем. Если ты захочешь, я буду каждую ночью менять слова и лица, чтобы тебе присниться. Поверь, я буду рядом, мне ничего не надо, только ты. Зажигая звезды с тобой, знаю, что не просто. Все хорошо, но верхних нот нет. Почему их нет? Я даже не могу понять. Как ты? Спой мне, я тебя пощупаю. Да я это! Что там ходить? Ты видишь меня, что рука ты? Со словами? Нет, ну хоть просто. Пол порции. Еще раз. На-на-на-на. Ну нижняя. На-н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 а. Ну вот. Просто, да, я в том плане, что она чистая. Угу. Ты ее физически сейчас зарабатываешь. Она сейчас просто необразная. Она просто тупая, механическая, физическая нота. Но ты же ее берешь чисто. Почему в песне происходит так? Потому что нижней нет. Потому что образа нет. Потому что мы думаем, ну ладно, мы подумаем, что там две ноточки мы не дотянем. Да? Так что ли? Нет. Сарьяна, там не получится. Давай так. Я думаю, что для конкурса нужно эту доработку. И на следующем уроке я тебя со словами уже не пущу. Да я знаю, просто я привычка смотреть текст. Знаешь, так а что ты смотришь-то тогда? Правильно, вот мы и смотрим. Поэтому мы ничего не допиваем, потом все поем коду еще раз. Оттуда же. Медленно вот с этой части. Еще больше купайся в них. С тобой рано или поздно. Нет, еще. Рано или поздно. Смотри, стоят. Если вдруг, она ведь, видишь, быстрая. Ра-ра-ти-ра. И сразу спускается. Пересиди ее тогда. Рано или поздно. Можешь так спеть. Ну, если не хватает времени тебе допереть ее. Ну, помоги на себе. Ну, измени ритмически. Пошли еще раз. С тобой зажигая звезды, с тобой
Я буду каждую ночь дышим менять слова и лица, чтобы тебе присниться. Поверь, я буду рядом, мне ничего не надо, только ты. Дыхание закончилось. Значит, смотри, в одном месте ты прекрасно спела эту верхнюю ноту, потому что ты вообще про нее забыла. И как обычно, когда ты про все забываешь, она у тебя прошла. Потом опять ты их не допевала. И еще в медленной части последнее проведение твое. Ой, здравствуйте! Ой, всем здравствуйте! Аня, как ты выросла, а? Как ты... Какой у нас костюм, Юля? Да мне стыдно было, я просто... Не успела переодеться. У тебя шикарный костюм. Это бархат? Да. Это шикарно прямо. Прямо как необычно. Так, вот это место сейчас, и все, я тебя отпускаю. Ты его осуетила. Вот смотри. Вот нет этой части. Последняя. Ой, ой. Принять слова и лица, чтобы тебе присниться. А что за... Что за... Чтобы тебе присниться. Напиши, чтобы тебе присниться, в триолями спеть. Чтобы тебе присниться. Та-та-та-та. Триолями спеть. Очень суетишь. Суетишь, но я не про это место. И там нотки не совсем нет понятны. Проверь, пожалуйста, все ноты там. Потому что ты что-то там мудришь. Дальше. Еще раз. Так, все, медленную часть сначала. Хорошо. Я буду каждую ночью менять слова и лица, чтобы тебе присниться. Поверь, я буду рядом, мне ничего не надо, только ты. Вот мне ничего. Поверь, я буду рядом, мне ничего не надо, только ты. Ну, не суети. Там надо хороший вдох, не надо в первую долю, ты поняла? Надо во вторую долю. А так очень хорошо. Все. Отдыхай. Анечка, микрофончик одевай.